Накануне в Новочебоксарске чествовали продавца, которая помогла задержать подозреваемых в сбытии фальшивых денег. Благодаря бдительности горожанки полицейским удалось задержать целую группу злоумышленников. На работе. В конце ноября в одном из торговых центров по улице Винокурова в Новочебоксарске злоумышленники попытались расплатиться поддельной 5000-й купюрой. Купюру я посмотрела, сразу она очень гладкой мне показалась. Я говорю, я не могу взять такую купюру, я им обратно отдала, чего я не должна была, конечно, делать. После этого Елена Васильевна посмотрела, куда направились покупатели, и сообщила их приметы в полицию. И благодаря данному звонку нам удалось организовать поиск преступников по горячим следам. И в результате нами были задержаны группа преступников. Двое из них, они выходцы из Республики Азербайджан, ранее неоднократно судимые, и одна жительница Чувашской Республики. Впоследствии в ходе обысков полицейские изъяли у них более 105-тысячных купюр с признаками подделки. Установлена причастность злоумышленников к сбыту фальшивых денег на территории Чебоксар и Новочебоксарска.